Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Рик и Морти. Сразу забираем свои шмекли. У этого бедолаги. Забрать. Здесь тоже забираем. И, как всегда, инвестировать. Так, ну что, сегодня, наверное, получим, надеюсь, пару значков, которые нам нужны. Команда у меня по-прежнему старая, ничего не изменилось. Единственное, что я сейчас хочу Морти своих забрать и, естественно, дальше отправить их в прокачку. Так, лагерь выполняется еще. Офигеть. Так, ну что, смотрим. Они даже уровень не получают, прикинь. Никто не получил из них уровень. Вот, только один. До 17 прокачался, и все. Ну, естественно, я их сразу опять же в лагерь. Так, это на 24 часа. Сколько здесь? Так ты смотри, тут уровень 50 в плюсе. 3 дня. Я могу представить, сколько здесь получается. Наверное, 1,5 дня. Не меньше. Так, ладно. У нас с тобой как-то это мало колышет. Единственное, что нас колышет, это чтобы нам дали нормальную локацию, где мы с тобой могли бы... Секундочку. Давай-ка мы посмотрим, что у нас по предметам здесь. Понял. То есть ни одного чипа у нас нету. И это не дело. Без чипа я никуда не пойду. Чип нам просто необходим. Для чего? Для того, чтобы ловить Морти. Мы же туда идем не просто посмотреть на пейзажи, а, естественно, поймать новых Морти, потом их скрестить по возможности. Опа, 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 опа. Ребята, я вижу еще один. Так, а это кто? Что за Морти? Это что за Морти? Так, я хочу вот этого вначале поймать. Этого надо обязательно, ребята. Это Морти Кальмар. Я вижу, он камушек. Так, мы с тобой берем бумажку. Бумажка у нас только темный Морти, к сожалению, единственный. И он эпический, а здесь экзотический. Ну, началось, началось. Ты посмотри. Так, а мы с тобой сделаем атаку. Так, сила 80, сила 65 и сила 75. Дробление, конечно же. Так, потрясающе. Так, дальше мы с тобой опять же сделаем дробление. И на этот раз я уже буду его, скорее всего, ловить. Чип контроля применяем. Твою же дивизию. Ай-яй-яй-яй-яй, смотри, сколько влупляет. Еще разок попробуем. Чип контроля. Есть. Ну что же, Морти Кальмар у нас в копилочке. Давай-ка глянем, что у нас тут вообще есть. Что такое? Так, сюда я не хочу идти. Смотри, это что такое? Морти Камень? Такой валун стоит и лыбится. Здесь где-то еще, вот он бегает. Друзья мои, он мне нужен. Подожди-ка, тут еще у нас флип. Просто вот так вот валяется. Никому не нужный, а мне нужен. Так, что это у нас? Хипстер Морти. Хипстер Морти, да? Ну что же, атака. Подъем за трусы. Отлично. Так, нам главное его не убить нечаянно. По-моему, пора ловить. И я надеюсь, мы его поймаем. Применить. Давай, давай, ловай, ловись. Я. Ну что же, эпический Морти у нас, друзья мои, в копилочке. Не знаю, почему-то мне нравится здесь именно собирать Морти. Опа. Это что за Морти? Кто ты такой? Оператор, что ли, какой-то? И кто он? Он же с этой, блогер, короче, да? Скорее всего, так и есть. Что у нас там
Блин, да подожди ты, мне нужно в магазин начали зайти и посмотреть, смогу ли я купить, хватит ли у меня денег. Фигушки там. Денег у меня не хватит, значит, предлагаю следующее. Пойти и подраться с кем-нибудь. Для чего? Ну, для того, чтобы получить шмекли, естественно. Для чего еще можно здесь драться? Где-нибудь здесь ходит один... Во, еще один. Вот сейчас мы его с тобой как раз накумарим. Насколько я помню, эпически у нас не складываются, да? Или складываются? По-моему, нет. Поэтому давай мы сделаем с тобой... Вот так. Радуйся. Ну, радуйся, радуйся. До поры до времени. Так, ну что, последний удар мы ему сделаем сейчас. Заберем шмекли. Я не знаю, сколько нам там дадут. 420 плюс флип. Угу. Так, давай еще поищем. Так, я вижу тут портал, кстати. Можно отправиться даже сюда. Так будет, наверное, правильнее. Давай-ка. Морти хуби дуадуб. Скататью разнака. Короче, это пришелец. Морти пришелец. Обугленный Морти. Ой, блин, обугленный Морти. Ладно, давай возьмем своего экзо-омегу. Так, он редкий, а мы с тобой тоже редкие. Уровень у нас единственное, что посерьезнее будет. Внедрение. Опа, вот это мы внедрились. Вот это я понимаю. Так, гордый Морти. Гордый Морти, он взял камень. Значит, ну, мы возьмем с тобой темного. У нас эпический скуку вынес нас, прикинь. Блин, тут какой-то Бэтмен, ну, тугодум. Вот серьезно тебе говорю, тугодум. Я его хочу поменять. Подъем за трусы. Слабо, слабо мы атакуем. Почему? Почему такая слабая атака? Не знаю. Боюсь, он нас сейчас вырубит. Так, подожди, зачем мне предмет? Хотя, если применить большую сыворотку. Если применить большую сыворотку, возможно, она нам поможет. Так, атака. Подъемчик. Да чтоб тебе. Зашибись. Вырубил все-таки нас. Все-таки вырубил. Ну что, попробуем сейчас его. Раз. Давай так, удар молнии. Как всегда. У него, как всегда, вот это вот нытье начинается. Опять обугленный вернулся, да? Ну, мы продолжим. Похоже, обугленному крышка, да? Ясен перец. Вызываем следующего. Что еще? Фавн Морти. Продолжить. Так, а у него экзотика. Меняем. А на кого менять? Нам не на кого менять с тобой, понимаешь? Поэтому оставляем. Будем просто атаковать. Удар молнии. Это не разговор. Это бредятина получается. У меня и камень подбитый, и бумага подбитая, и остается, ну давай с тремя шнобелями, может, я не знаю. Только из-за уровня, если 44-й. Чего? Чего? Вот так вот, ребята, вот так вот. Зашибись. Просто вынес в хлам. И что ты мне прикажешь делать? Вот этим только лишь драться. Ну давай попробуем. Угу. Бред. Это бред, ребят. Ничего не поможет. Кто он там? Он камень. У меня остается только вот этот один, но он на соплях, и ребята живет, поэтому сейчас ему один удар и... Крышка? Все. Вот об этом и шла вся речь. Да я вижу, что я в отключке. Что вы мне повторяете? Давай, оживляй.
Ну что, мы залечились, давай попробуем еще разок. Хотя, это что там такое? Морти задница, что ли? Так, ну что, обугленного Морти мы с тобой, в принципе, быстро уничтожим. Через любого, можно даже вот этого взять. Морти с тремя шнобелями. Поехали. Так, сделаем атаку. Поглощение. Он его сейчас уберет, мне кажется, да? Ну-ка. Минус. Шикарно. Следующий кто? Ага. Так, я забыл, он кто у нас? Он камень. Так, мы будем его все равно атаковать. Бумага нам пригодится еще с тобой. Да почему же вы такие сильные-то, а? Гаденыши вы такие. Ушатает? Нет, а вот мы его сейчас ушатаем. Должны. Есть. Так, минус два. Трындец. Задолицей. Понимаешь, это задолицей Морти. Я в шоке. По жопе ему, да? Так, а вот и фавн. Меняем на бумагу. Уровень 28 против 33-го. Трэш. Темная пустота. И он еще говорит, это безнадежно. Угу. Дробление. Жесть. Еще дробление. Ой-ой-ой. Еще дробление. Трындец. Замена. Электрокинетик. Давай-ка посмотрим. Чмок. Использует чмок. Ты серьезно сейчас? Задолицы, а? Во-во-во-во, поджарься. Кровяное давление. Так, подожди, нет, я не хотел на замену ставить, я хотел просто бомбануть. Раскатом грома. Отлично. Так, это вы уже минус 3 Морти, да, у него? Опять он вернул своего фавна. Продолжим. Атака. Удар молнии. Ну, попади. Он попал, но... Как тебе сказать? Твою налево. Просто выносит на изи. Просто выносит на изи. Так, выходи. Темный Морти. У нас есть что-нибудь такое? Есть. Во. Применим. Так, смотрим. Трындец влупил. Критом причем влупил. Дробление. Он точность себе повышает. Понимаешь? Он повышает себе точность. Вырубил, блин. Да. Если сейчас так пойдет, он нас, скорее всего, завалит. Внедрение. Ну что, что это? Что это? Это называется атака? Это смех на палке. Да как ты... Просто не могу. Просто выбешивает меня уже. Но тут редкий. Тут вообще сейчас вынесет моментально. Против... Извини меня. Что? Кого он там? Лейтенант Морти. Щегол, короче, этот лейтенант Морти. А что у нас за усиление? Сила атаки уклонения. Давай поставим. Зашибись. Его атака прошла мимо, а мы с тобой... Ну, нормально. Так, прапались. Если это можно назвать прапались. И... Кстати, мы можем использовать с тобой коробку Миссикса. Точно, ребята? А чё я сразу-то... Не сделал этого. Так, где этот фавн? Давай, иди сюда. Или попробуем бомбануть его. Так, если у нас по замене кто-нибудь есть? Ты думаешь, мы сможем его пробить? Проверим.
Твою налево, не хватит. Так что придется использовать предмет. Он нас ушатает. Да. Все. Шмекли, сыворотка и значок. Наконец-то. 226 шмеклей. Ну что, друзья мои, хух, дуберли в дуб, дуби морти поп. Самое главное, что мы с тобой прошли. Я думаю, что мне нет смысла туда идти, возвращаться и с кем-то там драться, потому что все мои морти практически подбиты. Поэтому, друзья мои, мы возвращаемся сюда. Пойдем залечимся. Вот я думаю, может быть, нам кого-то взять еще с собой. Потому что, ну, темный рыцарь. Именно вот этот вот. Какой-то слабенький. Слабенький, ватненький, мягенький. В общем, мне что-то он не совсем понравился. Хотя, может быть, его потенциал еще не полностью раскрыт. Ну что, тогда давай, наверное, еще сходим с тобой в какой-нибудь мир. Кстати, можно посмотреть, что там по созданию. Вдруг мы с тобой... Опа, а тебе-то что надо, парень? Ну-ка. Рика, мультивселенная — это скопление болей и несправедливости. Каждое измерение — жестокий властелин, играющий жизнью и смертью. Мои люди страдают от постоянных войн, превращающих многочисленные расы в рабов. Я думаю, мы достаточно наигрались в эти жестокие игры. Наше время пришло. Мы должны подняться над всем этим, чтобы положить конец страданиям и обрести свободу. Рик, ты можешь мне... Рик, ты мне поможешь освободить мой народ? Каким образом? Что тебе надо? Я не знаю, что. Может быть, вот это вот? Это то, что нужно. И я заберу это на свою родную планету и освобожу свой народ от жизненных оков. В следующей жизни они будут благодарить тебя за доброту. А в благодарность я тебе отдам то, что нашел. А я отблагодарю тебя сейчас за то, что помог. Вот, возьми, моим людям это больше не нужно. Так, сыворотка и опять же сыворотка. И все? Зашибись. Всего лишь дал две сыворотки. Я ему такую штуку дал, бомбу, а он мне всего лишь две сыворотки. Так, ну где у нас тут аппарат-то? Вот он. Что мы тут можем с тобой склепать? Сыворотку, Хелзингер. Так, батарейку могу сделать. Так, шар темной энергии. Давай сделаем с тобой, наверное, шар темной энергии. Это раз. Возьмем с тобой, создадим материнскую плату. К примеру, да? Что у нас тут еще с бактериями что-то связанное? Давай-ка, наверное, еще шар темной энергии сделаем. Так, мы можем сделать батарею. Пускай будет. Лишним 100% она не будет. Так, и вроде бы все. Материнская плата. Угу. Пока хорош. Ну что, я предлагаю следующее. Отправимся с тобой в следующий портал и посмотрим, кто на этот раз и какой, во-первых, какой биом нам достанется. Ну и что у нас тут будет? Здесь что-то знакомо были вроде бы, да? Ух ты! Смотри, какой ужасный, безобразный Морти. Дай-ка мне посмотреть. Так, магазин Рика, мне нужно срочно купить чип контроля. Две штуки всего лишь. Так, а этот у нас Морти обычный или какой? Просто обычный Морти, да? Давай мы его, наверное, схватим. Ну куда ж ты побежал-то, эй? Добегался, паршивец. Ты посмотри на него. Страннорукий Морти. Страннорукий. Возьмем с тобой магу на темного Морти. И что? Молотило. А если я сейчас тебе по мозгам-то дам, а? Дроблением. Все? Смотри, неугомонный, а? Предмет. Срочно ловим.
Кто-то из подписчиков написал, что здесь 308 Морти. 308! Ну что же, мы поймали с тобой этого странно-рухого Морти. Опа. Шмекли, микросхема и средство от паралича. Сейчас, подожди секундочку, главное тут. Ага. Я вижу плату. Но взять я ее не могу, да? И пройти не могу, потому что плата мне мешает. Замечательно. Это называется подстава, друзья. Это называется подстава. Ну что, смотрим, тут ничего нету. Так, я вижу, бегает. Это кто такой? Что за Морти? Непонятно, если честно. Но экзотика, экзотику мы любим, поэтому надо захватывать. Блин, это же деловой Морти. Подожди, деловой Морти. Хм, а у меня нету делового Морти. У меня есть... Что у меня есть? У меня есть Морти юристы, а судья, да? Судья. Так, ладно, давай проверим. Атака. Засос. Ой-ой-ой, да как? Как так-то? А, 44 уровень, блин, ребята. Рики-тики-тави, я взял его и уничтожил. Вот тебе и Рики-тики-тави. Вот тебе и Рики-тики-тави. Перебор был. Просто был перебор. Зачем? А вот это-то зачем надо было делать? Я только что создал партию сыворотки, и мои Морти получили новый запас здоровья и готовы к бою. Хорошо. Давай посмотрим, на что там твои Морти-то способны, говоришь. Сейчас мы проверим. Подъем за трусы. Негатив. Атаку понижает мне, да? А я еще ему разок. Делает давку мне. Ну-ка. Че он там? Защиту себе? Это тебе, парень, же не понадобится. Все. Ждем следующего. Эй, это что за петрушка, а? Скажи-ка мне на милость. Ладно, если мы брали с тобой камень, он 100% сейчас берет бумагу. Значит, мы с тобой возьмем... Морти Электрокинетик. Ну-ка. Я прав, это Морти Эльф. Ну что, вначале удар молнии. Потрясающе, еще его и закоротило. Началось, да? Еще удар. Стоп, я тебе сказал. И раскат грома. Иди отсюда. Так, истощен. А это еще что? Что это за пугало? Так, ножницы. 100% он берет камень. Значит, нам нужен темный Морти. Так, а уровень-то у него 32-й, друзья мои, 32-й, дробление. Угу, потрясающе. Еще раз к дроблению. Так, и решающий. Смотри, что делает, а? Да я его добью, наверное. Ну, есть. Иди отсюда. Ох, ё-моё. Помешанный на котах Морти. Помешанный на котах Морти. Значит, он берет ножницы. А мы с тобой возьмем тогда опасного Морти. Наверное, так будет. И что, подъем? Так, скорость упала. Это плохо. Давай далее. Блин, все-таки скорость, ребята, это классно, потому что он всегда ходит первым. Понимаешь, когда снижает скорость? Постоянно я заметил. Ну, так, а это еще что? Трубочист. Я, наверное, продолжу. Нет, надо менять.
Возьмем, наверное, с тобой вот этого. Экзоморти. Хорош. Кочегар, успокойся. Дай-ка я внедрюсь. Я бы еще больше рожал, если бы мы его с плюшки с одной просто снесли бы, да и все, ребят. Вот это был бы кадр. Все. Кочегар истощен. И мы, кстати, получаем уровень с тобой. 34-й. Вот так вот. Шмекли плюс средства от яда. И еще 322 шмекля сверху. Черт, Рик, полегче, ладно? Морти на деревьях не растут. Офиг ли ты тогда наезжаешь на меня, раз не растут у тебя морти на деревьях. Чип контроля, нет, не то все. Все это не то. Батарея. Там, кстати... Да-да-да, давай-ка мы с тобой создадим материнскую плату, потому что там валялся у нас микрочип. Так. Собачий ошейник. Может быть, еще одну батарейку сделать? Предположим, да? Курьер флап. Давай создадим. Какая нам разница? Курьер флап. Какую-то гадость там соединили, что-то там нахимичили. И получился курьер флап. Здесь, я так понимаю, больше нам делать нечего. Ничего мы не найдем. А, нет. Клетка бактерии. Угу. А ведь мне еще нужно найти портал. Ты об этом не забывай. Кстати, в портале нужно будет драться. А как вот это взять? Тут я пройти не могу. С той стороны 100% тоже не пройти. А как тогда? Неизвестно. Тут тупик. Да, тут тупик, тут никак нигде ничего не пройти. Ладно. Так, тихо. Подожди-ка, вот здесь мы с тобой не можем пройти? Вдруг какая-нибудь приколюха? Не. Ничего тут нету. Слушай, а если я вот так вот, например... Опа. И чойка. И кого я тут наколол сам себя? Тихо, не суйся вперед. А то быстро там среагируют сейчас. Прибегут, звездюлей там надают нам. Где портал-то? Объясни мне. Так, вот он чип. Чип-то я заберу, это понятное дело. А, вот, нам как раз и не удавалось здесь пройти, потому что чип нам преграждал путь. Ну, тут банка. Консервные. Батарея, кабель, вот так вот все валяется. Круто. Так, а кто у нас тут бегает? Этот, по-моему, у меня есть. По-моему. А вдруг нету? Упс, тихо. Так, ну здесь нам лучше не суваться. Пойдем лучше тогда сюда. Что это за ковбой тут еще у нас стоит? У нас на западе настоящий мужик должен на деле показать, на что способны его морти. Ты настоящий мужик, Рик? Или просто жаба, которая скачет по измерениям? Это мы сейчас проверим. Так, влогер Морти. Влогер, да? Ну что же, влогер. Ты мужик или кто, а? Влогер. Сейчас мы проверим. Может, хорош уже? Смотри, что творит. Внедряемся в этого охламона. Почти, ребята, убили. Чуть-чуть не хватило. Сразу, да? Кто это? Странноруки Морти. И он взял камень. Он взял камень в руки. Поэтому мы возьмем с тобой... Не очень хороший вариант, но других нету. Пипец он выглядит, конечно. Так, я предлагаю, знаешь, что сделать? Какую замену? Я собираюсь его подлечить. Если у нас есть, конечно, предметы. Есть. Так, сыворотка сенсационная. Угу. Погнали. Чу. С одной плюхи?
Да ты хорош. Да, это жесть. Это жесть, ребят. По-моему, нам крышка сейчас будет. Попал, ну нас отравили. Так, этот Морти истощен. Так, кого берем там? Давай этого. Атака. Удар молнии. 1-1 счет. Нам одного подбили, мы одного подбили. Кто там следующий? Ага. Так, а он отравленный. О, как оно. Ну что же, братишка. Яд тебя не убьет? Нет, яд тебя не убьет. К сожалению, пока. Восполняет все ОЗ. Все ОЗ. А, ну это фул полностью, да, получается? Минус. Опять ты, а? Задалиться и Морти. Ну, естественно, моя атака, как всегда, ребят, проходит мимо. Ну кто бы сомневался, а? 30 уровень. Замену. Замену срочно. Берем с тобой, вот. С тремя шнобелями, Морти. С тремя шнобелями, это же надо. И он сразу меняет. Что это? Стоп, а смех смехом, а кем я буду тут играть? М? Ну давай, так, его атака прошла мимо. Угу. У меня и подъема-то нету. Давку. Так дело не пойдет, друзья, так дело не пойдет. Слушай, мне кажется, мы здесь проиграем. Угу. Поглощение. Если выиграем, то только за счет нашего уровня. 44-й левел. В чем я уже сильно сомневаюсь. Так. Остается два у него. Морти, кто там? Продолжим. Так, мне нужен предмет, который восстанавливает нам все ОЗ. Вот этот. Так, мы играем вот за этого, да? Применяем. Жить. Он применяет какую-то липкость непонятную. А мы... Вот так вот. Он еще и парализованный. Все шикарно. Так, остается последний Морти. Кто там у тебя? Кто же там за... Ага. Тоже листочек. Так тебе, парень, не повезло, получается, да? Ой, как не повезло. Время ужина. Время полоть сорняки. Все. Ну, что там этот Ахламон говорил? Кто у нас там мужик, а кто не мужик? Хелзингер и значок. 483 шмекли. Неплохо, я тебе скажу. Я тебе не приятель, убирайся прочь. Сосунок. А ты вначале тут орал мне. Так, подожди, где-то мы с тобой видели этого. Эпически где-то здесь бродит. Я хочу все-таки, ребята, ему навалять немножко. Ух ты, а это кто? Тоже эпический. Блин, а этот есть у нас? Кто ты такой вообще? Да иди ты сюда уже. Ух ты, Морти в очках, а у меня нет такого. Атака. Внедрение. Ну. Так, а у нас вообще есть твой? Есть. Пробуем. Угу. Точно, Так, а вот теперь я сижу и думаю, а сможем ли мы с тобой поймать того? Или все-таки не сможем? Предметы. Покупаем. И давай, наверное, сделаем вот так. Раз и два. Потому что 2 по 50 получается соточка, да? Соточка. Мои Морти.
Так, будем с тобой драться каким? Наверное, вот эти вот. Применяем. Ну, давай здесь такую сыворотку обычную. Опа. А вот сюда уже применим большую. Вот эту вот. Да куда ты, блин? Я же сказал, вот сюда. Ой, чукча. Всю малину мне испортил, ладно. Где он там? Ой. Слушай, там еще... Блин. Ну-ка. Как-то их нужно выловить, чтобы они сюда пошли. Есть контакт. Так, чешуйчатый Морти. Слушай, а что это означает? Вот это вот. Что, я могу его поймать или что? Пока непонятно. Ладно, делаем внедрение. Охренеть, внедрился, блин. Еще внедрение. Да пошел ты, знаешь куда, а? Со своим этим, а чиз. Так, проверяем дальше. Атака. Ну, допустим. Все, внедряется в меня, да? Так, мы делаем с тобой дальше засос. Ну что, будем его хватать или как? Фиг с ним, давай схватим. Тин-тин-тин, есть. Так, ну что, мы поймали с тобой чешуйчатого Морти. Но, по-моему, у нас такой уже есть. Смотрим, что у нас тут. Угу, здесь битва. Вот он. Лопушок. Морти в очках, экзотика. Но экзотику, ребята, уже, ну, нет смысла ловить. Потому что это высшее, что может быть. Это вот экзотика. Поэтому предполагаем то, что мы его просто сейчас уничтожим. Просто уничтожим, получим шмекли. И что там еще нам дадут? Электрический разряд. Защиту мы себе повысили. Так, а он... Ну что, сами себя еще парализовали, что ли? Ты, блин, серьезно? Так, ладно, делаем засос. Тыч. Окей. И еще засосик. Все. Что мы получаем за его побои, так сказать? Шмекли и флип. Как-то так. Кстати, вот этих вот Морти, которые у нас с тобой дубликаты, да, их не жалко бомбить вообще нисколечко, потому что за них получаем шмекли и всякие приблуды, которые нам больше нужны даже, чем эти самые Морти. Я вот даже не знаю, что вот мне делать вот с теми дубликатами, которые у меня лежат на складе. Вот что мне с ним делать? Опа. Тебе что, парень, надо? Рик, слава богу, ты здесь. В этом доме ЧП, и ты нужен прямо сейчас. Мой тост только что поджарился, а я не могу дотянуться до масла в глубине холодильника. Бет нет дома, а тост остывает. Ты можешь создать устройство, которое мне поможет? Что ему опять надо? Какого фикуса? Ну что, вот что он просит? У меня нет ничего такого, ну, не шаржа, наверное, темной энергии. Не знаю, как это может мне помочь достать масло. Да вот я тоже не знаю, как тебе это поможет. А что тогда? Если это ему не поможет, то ему, скорее всего, уже не поможет ничего. Скорее всего. Ладно. Так, друзья, ну что, я обещал сегодня получить два значка. Два значка мы получили, поэтому сейчас я иду захиливаться и будем завершать. Завершать эту серию. Кстати, надо посмотреть еще кое-что по поводу скрещивания. А ну-ка, синтез. Да, у нас есть с тобой два вот этих Морти. Вот что мне с ними делать? Вот куда мне их девать? Не знаю. Не знаю. Ну что, друзья мои, а на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.